Анапчанка Алина Исмагилова, возможно, в скором времени примерит на себя корону. Красавица из Краснодарского края представит Анапу на всероссийском конкурсе красоты «Российская красавица». Финал конкурса состоится 27 апреля в Москве. Сейчас Алина уже в столице и усиленно готовится к своему главному сражению. Для того, чтобы поддержать нашу землячку, необходимо принять участие в голосовании, которое активно проходит на сайте, указанном на экране. Жительницы Краснодарского края могут принять участие в еще одном конкурсе красоты «Топ-модель России». Это новый проект продюсерского центра «Алекс Групп», организатора конкурса «Российская красавица». В данный момент кастинги проводятся по всему Южному федеральному округу России. Заявку на участие можно оформить на указанном сайте. Будет еще 4 кастинга. Вот завтра у нас, например, в Краснодаре будет кастинг. 23-го будет в Ростове, 29-го будет в Анапе и 30-го на российский завершающий кастинг. После этого мы уже отбираем всех девушек. 5 мая девушки заезжают уже на одежда комплекса в город Кабардинка. Будет у них двухнедельное проживание, где будут обучаться и профессиональным, и педагогам. Будут выездные фотосессии. И 21 числа будет у нас уже финал конкурса.